выдержать нагрузку, которую выдержит. Степаненко, здравствуйте, товарищ. Сито? Без сеточки. Сито без сеточки. Раз, обратно. Перевернул в другую сторону. И перевостал. Команда проделала длинный путь, значит, 3,5 часа, прилетели, все в порядке. Нас очень горячо встретили украинская диаспора здесь, в аэропорту, поэтому было очень приятно. Значит, доехали в гостиницу, все в порядке. Рональдо – это один из лучших игроков вообще в истории. Значит, я очень сильно его уважаю и, конечно, последние игры, ту форму, которую он показывает, заставляет волноваться нас. Этот игрок, это не только великолепный игрок, но это лидер настоящий, это символ этой команды. Поэтому его возвращение в сборную, значит, усилит очень сильно сборную Португалии. Значит, то, что касается физического состояния игроков, значит, было проведено ряд тренировок, значит, команда потренировалась очень прилично, значит, был один нагрузочный день, и, значит, команда, игроки отлично отреагировали на эту нагрузку. Поэтому лучший тест это будет завтрашняя игра. Мы понимаем, что играя с такой сильной командой, значит, команда затратит очень много энергии, очень много сил, надо будет перемещаться, двигаться. Значит, но это все, что требует сегодня современный футбол, если ты хочешь быть на уровне.